Короче, скругленный куб с закругленными углами – это кубик Рубика, а округлый куб с округлыми углами – это зебра. А я думал, сова. Ага. Привет. Витёк здесь, и я пришел на балабобить. Балабоба. Это новый сервис от Яндекса. Это что-то типа Яндекс Алисы, только немножко в другом смысле, что оно с нами не говорит, оно нам генерирует. Мы что-то вводную какую-то даем балабобе, а балабоба начинает целый рассказ об этом. Это помните, мы играли с вами в Порфирьевича? Это тоже такой бот, который интересные истории придумывал. А здесь более глобально это все происходит, то есть он буквально с двух слов может тебе придумать какую-то несусветную дичь. Надо что-то застрельщика какого-то пустить, да? Давайте вот так, ограничим. Ютубер Витёк Плей. Что он набалабобит про меня? Я сейчас рискую. Сейчас, возможно, вот Акинатор сказал, что я танк, и у меня 5 мужей. Что скажет балабоба, я не знаю. Возможно, будет что-то другое. А может быть, они сговорились. Так, долго балабобит, кстати, смотри. Сейчас шедевр выдаст. Итак, ютубер Витёк Плей в своем личном обзоре на экшн-камеру Лёва и ее возможности показал, что она может снимать видео в разрешении до 7К. В целом, это вполне ожидаемо, ведь за такие деньги ничего другого ждать не стоит. Фига себе, 7К ничего не стоит. Витёк Плей не стал снимать обзор на саму камеру, а показал только результат съемки. Как оказалось, разрешение 720p вполне устраивает его, так как основная цель съемки видео в качестве 4К использована на YouTube и других видеохостингах. Ну, какую-то фигню выдал. Да надо что-то более пикантное, мне кажется, да? Маяк. Пацанские цитаты. Маяк — это тот, кого любишь, у кого есть твои фотографии, кому позвонишь в 4 часа ночи и скажешь, что любишь его, кто никогда тобой не пренебрег. Ауф, просто не хватает какого-то. Позвони Маяку. А в теориях заговора, что маяк будет? Маяк является самым высоким строением на Земле. О, теория заговора просто. Рекламный слоган, погоди. Ха-ха, маяк. Не так уж и просто. Ту-ту-ту-ту. Джингл еще нужен, конечно же. Маяк, все сложнее, чем ты думаешь. Танк с 5 мужьями. Рекламный слоган. Танк с 5 мужьями. Что-то с памятью моей стало. Танк с 5 мужьями. Это уже бронепоезд. А бронепоезд на ходу. Это паровоз. Да! Вот это круто. Ведь действительно, танк с 5 мужьями. Это уже бронепоезд. Классно же. Танк с 5 мужьями был снят для пиара. Ну, теория заговора фигня какая-то. А если без стиля? Танк с 5 мужьями, один из которых оказался геем. Женщина, которая говорит мужу, что она беременна 3-м ребенком, а на самом деле рожает от другого. Танцовщица, которая работает в гей-клубе. Модель из Москвы, живущая в США в ожидании своего бойфренда, известного актера, который не может улететь в Россию. Все они не так уж похожи друг на друга, но каждый из них по-своему уникален. Что объединяет этих суперзвезд российского шоу-бизнеса? Последний абзац просто сделал этот текст. Концовка бомба, разрывная от балабобы. Ой. А Боба мой любимый бренд. А Боба это человек, который живет в каждом пацане. Теперь я знаю, что такое Абоба. Они-то даже кричит ауф. Пацаны, так мы все Абобы, оказывается. Встретились как-то Simple Dimple и Poppet. И решили они, что их любовь — это судьба.
Ну вот уже 3 года они влюбляются в друг друга при каждой встрече, но каждый раз не хотят этого признавать. Simple Dimple и Poppet. Жизнь удалась. Among Us. Самый любимый фильм моего детства. Да, я знаю, что это Among Us. Among Us это не только и даже не столько сайт про мемы в мире, сколько ребус об искусстве. Нифига себе завернул. Мы считаем, что каждый должен иметь право высказаться по поводу картины, спектакля или фильма. Показать полностью. Если у вас есть идея, которая может быть интересна нашему сообществу, пишите нам. Мы ее попробуем воплотить. Но здесь можно было остановиться вот на первом абзаце, да. Among Us говорит, это не только и даже не столько сайт про мемы. Короче, Among Us — это когда ты встречаешь людей, которые уже где-то встречались тебе раньше, и при этом все еще продолжают разговаривать. Что? Что? Короче, культ бетона. Строительство храмов из бетона, в которых можно укрыться от дождя и ветра, от ненависти людей и от всего, что не удалось сделать при жизни. А пацанские цитаты про культ бетона. Бетон уже совсем не тот. Ну да. Культ бетона. Самый дешевый путь к звездам. Поняли? Культ бетона. Когда в Китае был построен самый большой небоскреб, китайцы его разрушили. Культ бетона, цемента и асфальта. Прокачанный. Это культ потребления, культ вещей, культ комфорта. Культ бетона, асфальт — это культ комфорта, культ неведения и невежества. Но мы будем ломать эти стереотипы. За последние 10 лет я поездил по свету много. Я видел места, где строят города, целые страны. Видел, как люди пытаются строить здания из бетона. Люди делают что-то из асфальта. И я хочу рассказать о том, что бетонное строительство — это будущее. Асфальтное будущее — это прошлое. Показать полностью. Показать полностью. Покажи, почему? Показать полностью. Что за прикол? Блин. Художники Витька. Витька художник. Я мы художники. Короче, художники Витька и Машка. Машка, почему ты отдельно от художников? А? Откуда он знает про тебя? Художники Витька и Машка — это художники, которые не нашли ничего лучше, чем нарисовать одно и то. Одно и то ли небо, то ли море, по которым плывут 3 облака. Давай синопсис из фильма попробуем. Что это такое? Юный художник Витька отправляется вместе с бабушкой в Италию. В Риме они встречают своего нового соседа по отелю художника-неудачника. Вскоре художник-неудачника, это там Олежа в роли художника-неудачника. Вскоре Витьке попадается на глаза одна картина, и он решает написать автопортрет. Неожиданно. Однако, чтобы воплотить свой замысел, ему также необходимо научиться рисовать. Тем временем в Риме бабушка узнает, что у Витьки рак легких. И что жить ему осталось не больше 3 месяцев. Чтобы спасти внука, бабушка и Виктор отправляются на лечение в Москву. Снимаем. Художники Витька и Вася. Витька художник, живет в небольшом провинциальном городе. Однажды он приходит в гости к Васе, который живет в Москве, и знакомится с его друзьями. Во время дружеского застолья Витька рассказывает о своей жизни. Постепенно выясняется, что Витька умеет делать то, чего не умеют остальные герои фильма – рисовать. Его работы вызывают восторг у зрителей, но он не удовлетворен своей судьбой, так как не может реализоваться как художник. Я столько раз играл в Quick Draw, я уже реализовался как художник. Скругленный куб. Круглая форма создана природой. Круглая форма была до того, как человек научился делать формы. Воу.
А что такое ТВ-репортажи? Мы, кстати, не пробовали. Скругленный куб. Что это? И он так долго это сочинял. Скругленный куб. Это не что иное, как символ той ситуации, в которой сейчас находишься. Ауф. Просто ауф, какой-то пацанский цитат, и просто бомба. Каждый раз такую крутую штуку выдает. Короче, скругленный куб с закругленными углами – это кубик Рубика, а округлый куб с округлыми углами – это зебра. А я думал, сова. А это зебра. Боже мой. Блин, я боюсь синопсис фильмов вообще брать. Скругленный куб с гранями 3 на 3 на 9. Выглядит оригинально. Действительно, куб с гранями 3 на 3 на 9 выглядит оригинально. Он не куб. И может быть использован в качестве декоративного элемента интерьера. Для изготовления этой модели куб из полистирола был произведен на оборудовании нашей компании, толщина стенок которого достигает 1 мм. Мы используем только качественный материал, позволяющий получить высокоточные детали. Этот куб станет ярким акцентом как для детского уголка, так и для кабинета руководителя. В любом случае, такое изделие станет полезным аксессуаром в вашем доме. Подумц. Так, давай, давай опускаться в радиус 18+. Улица красных фонарей. Не разбитых, прошу заметить, а красных. Улица красных фонарей. Но в тот же миг я увидела человека, лежащего на асфальте. Он был в крови. Из его бока торчала рукоятка ножа. Я подбежала к нему. «Помогите!» – закричала я. Как только увидела его, люди в плащах бежали ко мне, поднимая оружие, но вдруг раздался выстрел. Один из мужчин упал на землю с дымящимся пистолетом. Это был мой отец. Пуля попала ему в руку, и он выронил оружие. Нормально, тут прям детективчиком повеяло. ТВ-репортаж? Он очень долго генерирует ТВ-репортажи? Улица красных фонарей. Иди взгляд Дэвида Блейна. Все, тут без слов, понимаешь? Вот он сгенерировал. Двоеточие. Без комментариев, да. Улица красных фонарей – это место, где мужчины продают свои сердца, а женщины покупают их. Короче, улица красных фонарей – улица в Амстердаме, где за символическую плату в 1 евро любой житель Амстердама и окрестностей может переночевать в комнате с женщиной легкого поведения. Короче, ребят, за 1 евро можно переночевать. В Амстердаме. Во, смотри, мелодрама, 2018 год. То есть этот фильм уже снимали, судя по всему. Читаем. Улица красных фонарей. Молодая девушка, владелица борделя, которую по непонятным причинам ее клиенты не уважают и считают ее продажной женщиной. Казалось бы, почему? Давайте разберемся, погодите. Она пытается заставить клиентов изменить свое мнение, в то время как они не слушают ее и хотят только ее денег. Неожиданно к ней приходит загадочный незнакомец, который помогает ей понять, что ее клиенты – люди с добрыми сердцами. А она на самом деле действительно продажная женщина. Суперфильм. Действительно мелодрама. Давай РЕН-ТВ. О, да. Короче, РЕН-ТВ это телеканал, который вещает на всю страну, и больше про него сказать нечего. РЕН-ТВ это когда смотришь телевизор и видишь мир, в котором живешь. Ну, я тут не ожидал чего-то плохого. Здесь, о, теории заговора и РЕН-ТВ, ребят, я просто должен проверить. РЕН-ТВ. Снимки со спутника были подделаны НАСА. В их стиле. РЕН-ТВ
Это не новости. Это развлекательно-информационный продукт, сделанный в соответствии с современными тенденциями. Если вам не нравится его формат, переключайтесь на что-нибудь другое. А по поводу «не дают правды», мне тоже не дают. Ха-ха-ха-ха! Двусмысленно прозвучало. Но если вы будете смотреть не то, что на РЕН-ТВ показывают, а что-то альтернативное типа «Дождя», то вам дадут, уж поверьте. Потому что это же альтернативный источник информации, не так ли? Фильм «Королева эльфов Дала». Возможно, 18+. Король эльфов был влюблен в человеческую женщину. Однако его жена, королева эльфов, не одобряла этого. Король эльфов решил сбежать из дворца. По дороге ему встретилась королева фей. О как. Она сказала королю, что если он вернется к людям и женится на смертной женщине, его возлюбленная превратится в фею и будет жить среди смертных. Уехав, король эльфов не сдержал своего обещания, через некоторое время вернулся ко двору, где встретил королеву фей, которая, как оказалось, является его невестой. Какой-то скомканный финал. Такой, Дарья Донцова, да. Пацанская цитата про королеву эльфов. Такого вы еще не слышали. Королева эльфов дала, королева драконов взяла. Ну кто так делает? Кто так дает, извиняюсь. Ха-ха-ха-ха-ха. Боже, ну кто так дает? Королева эльфов дала, значит королева. А когда дала, тогда и стала Эльзой. Что дала? Топор, конечно. О, привет, откуда топор? Мне королева эльфов дала. Это здорово, а топор-то откуда? Широкий Виктор. Первый мальчик, который не хотел быть похожим на всех. Широкий Виктор. В одном из эпизодов этого мультсериала рассказывается о жизни Виктора, мальчика, о котором почти ничего не известно. Виктор живет в приюте, его отец известный актер, и Виктор хочет пойти по его стопам, стать актером. Он решает поступить в актерскую школу, но для этого необходимо доказать, что он хороший актер. Когда Виктор узнает, что его отца несправедливо обвинили в измене родине, он отправляется за ним в Лос-Анджелес. Короче, Широкий Виктор, бывший глава моего банка. Ха-ха, уже смешно. Которого сегодня обвиняют в хищении 7 миллиардов рублей и отмывании денег. Ха-ха-ха. Бадумц. Широкий Виктор – это парень, который может одновременно находиться на двух местах. Ха-ха-ха-ха. О, давай, последняя разрывная. Есть два стула. Есть два стула. Ты можешь на них сидеть, а можешь стоять. Есть два стула. Один на кухне, другой в зале. Ну и фильм, конечно же, про два стула. В маленькой деревушке люди живут в ожидании войны, которая поможет им избежать перенаселения. Уже дичь какая-то пошла. В деревне проживают две семьи. Муж и жена. Их сын с детства умеет разговаривать с животными. Однажды мальчик замечает, что хозяин, уезжая из дома, оставляет на крыльце два стула. Ха-ха! И я знаю, что это за стулья! На одном пике точеный, как говорится. А на другом... На одном стуле сидит его жена, а на другом его отец. Страшно! Это точно хоррор. Тут еще есть, кстати, гороскопы народной мудрости. Они были немного сбоку. Есть два стула. На одном пике точатся, а на другом пукающие. На какой сядешь, на тот и попрешь. Что? Почти. Все, ладно. Время кончилось, ребят, нашего приключения. Я надеюсь, вам
понравились эти экзерсисы с балабобой. Лайк ставьте, писаем ссылочки на плейлист на группу ВКонтакте. С друзьями делитесь, добавляйте в плейлисты, смотрите, наверное, выложу там всяких там своих еще других приколов с разными приколюхами в браузере. Ну и в описании, да, плейлист выложу этот. Ну и пока-пока.